Всем привет, друзья, это канал Акстар. И сегодня привычный для всех формат «Притворяюсь новичком», но в непривычной обстановке. Сегодня я и Рома Конограй будем подходить к уличным музыкантам, просить у них гитару и будем делать вид, что мы совершенно не умеем играть. А потом, вы сами знаете, что потом, например, Рома умеет вот так. Посмотрим на реакции преподавателей, хотел сказать. Посмотрим на реакции музыкантов и толпы вместе с вами. Ну а продолжение, вторая часть на канале у Ромы «Гитара с нуля». Там тоже очень крутые реакции, обязательно посмотрите. Ну а если вдруг это видео наберет 100 тысяч лайков, то мы выпустим продолжение, Рома приедет ко мне в Питер, и мы то же самое запишем в Питере. Я приеду. Все, приятного просмотра. Мы записывали это 3 дня, очень устали, и надеюсь, вам понравится. Комментарий, лайк, подписка, вы все сами знаете. Старались. Очень сильно. Ребят, нашли еще одну гитаристку, сейчас попробуем. Сейчас моя очередь идет, и я очень переживаю, потому что играть на улице это сложно. И я надеюсь, что у меня не получится так, что я притворюсь новичком. Ничего, для пати сыграешь. Притворюсь новичком и им останусь. Пс, ребят, не забывайте, что самая крутая реакция всегда в конце, поэтому обязательно досматривайте. Здравствуйте. Слушай, классно поешь, хорошо. Спасибо. Пусть он сыграет, он вообще крутой чувак. Прошу прощения, я просто не даю инструмент. Ну. Это типа как, знаете, нет, не в этом дело, просто, знаете, да вы ладно, типа, не с девушкой. Не делите своей девушкой с прохожим. Ну, извините, он постоянно. Да он просто сейчас. Я 2 минутки. Постоянно. Пожалуйста. Ему потренироваться надо срочно, завтра экзамен музыкальный. Ребят, школе. Я работаю. 2 минутки. Я работаю, понимаете? Прям 2 минутки. Я прям минутка, пожалуйста. Я просто сыграю 1 раз и все. Пожалуйста. Спасибо. О, кстати, да, она тоже кудрявая. Как там? Давай, вообще? Хорошую. Вот эту вот. Что-то репетируй. Романс. Да. Нормально играй. Да ты можешь точнее играть, в конце да, концов. Прошу прощения. Что ты вообще? Ты... Так. Можно, пожалуйста, я работаю. Сейчас он сыграет. Хотя, сейчас. У вас все получится, обязательно вы позанимаетесь. Давай. После, еще раз. Давай играй другую. Другую давай начинай. Друг, вот это сегодня. Хорошо получается. Все, 2 секунды. Вот сюда дальше играемся. Ты что, не умеешь играть нормально, надо что ли? Надо гитару трогать, пожалуйста. Окей? Извините. Все. Все, последняя, все, самая последняя, секундочку. Херово, пошли. Да он тебя так научил. Может, я пару уроков возьму. Нормально прозвучал? Спасибо большое. Спасибо. Я тебя поцеловал, я тебя поцеловал. Ты ничего не поняла, ничего не поняла. Извиняюсь, я могу попросить гитару буквально на 2 минутки? Я хочу посидеть, порепетировать перед людьми. Просто одно произведение буквально сыграю и все. Блин, прости, братан, не могу, я только сел. Буквально только сел, мне нужно хотя бы чуть-чуть поработать. Да я, ну реально, я на 2 минутки. Да я же сказал не могу, извини. Да пожалуйста, я реально... Я сказал не могу, братан. Не смогли смириться с поражением. И куда вас это привело? World of Warships. Ведь здесь мне не нужна сверхреакция. Бои начинаются неспешно, большим кораблям нужно время, чтобы набрать скорость. Но оказавшись в эпицентре боя, тебя мигом накрывает волна экшена и не отпускает до самого конца.
В World of Warships ты можешь почувствовать себя командиром, оставившим след в истории на легендарном суперлинкоре Ямато высотой 17-этажку, который в свое время был главной военной мощью Японии. Все корабли в игре воссозданы с большим вниманием к мельчайшим деталям, и даже ни разу не побывав в Питере, ты можешь узнать, как выглядит настоящая Аврора. А как тебе корабли, которые так и не были достроены? Специалисты провели огромную работу по изучению оригинальных чертежей и воссоздали самый крупный артиллерийский корабль, который когда-либо строился в СССР, линкор «Советский Союз». Он как призрак, который никогда и не существовал. В боях на кораблях действительно интересно поучаствовать, разобраться во всей этой механике, это очень увлекательно и захватывающе. Я советую вам попробовать, мне очень нравится, и я уверен, что вам тоже понравится. В мире кораблей легко найти друзей и играть вместе с ними. А вступив в клан, ты еще и получишь бонусы, которые ускорят твой прогресс в игре. World of Warships бесплатным, да и многие премиумные корабли ты можешь найти в бесплатных суперконтейнерах. Но, внимание, регистрируясь только по моей ссылке в описании и играя на flot.ru, ты получишь еще и американский крейсер Сент-Луис, немецкий премиум крейсер Эмден, 7 дней премиума, 200 бублонов, 2,5 миллиона серебра, а также крутые камуфляжи. Люби меня, люби! Итак, очередные гитаристы. Можно я для брата сыграю песню? Ну, просто день рождения. 500 рублей, ладно? Супер! Сейчас мы для брата сыграем. Днем рождения. Пустынной улицы твою с тобой куда-то мы идем. А ты конфетки ешь, ну я стараюсь, ладно, мы все, ладно, что-то это, сейчас другую, ладно? Спасибо. Круто! Хорошо. Знаешь, я так соскучился! Короче, там сидит очень грозный мужик, и мне очень страшно к нему идти. Бородатый, здоровый, да, с пошапкой. Короче, мы решили сейчас, кто проигрывает, тот идет к нему один. На суефа, да. Да. Давай. Суефа. Давай, пять. Ладно, на самом деле это очень волнительно, очень стыдно. Я не повторяйте никогда. Извините, а можно на гитаре поиграть минутку? Нет, дружище, извини, гитару не даю. За 200 рублей. Я просто хочу там порепетировать. Что, не надо 200 рублей? За 1000 рублей. Прям минутку. Вот. Что, прям так хочется поиграть? Ну да. Ну давай. Не подскажете, а где 5-й лад? Ага. Не, я на самом деле знаю, просто забыл.
Красиво звучит. Может быть, тебе стоит, прежде чем на публику, как бы, ну, работать, взять несколько уроков на гитаре? Да, я брал, я хорошо играю, сейчас еще покажу. Это вот, например... Слушай, давай не стоит, а, как бы, я сейчас тут немножко, ну, работаю. И ладно. Мне действительно, как бы, нужно просто потренироваться, и все будет нормально. Но, как бы, сейчас на публику пока что, ну, рановато, наверное. Думаете, да? Так? Ну, как бы, да. А если вот аккордами, например, играть? Тренируйся, давай, знаешь, как ты еще эту забирай, как бы отдай ее репетитору, а потом как бы возвращайся и можешь тренироваться на публику. Ну, еще да, хорошо. А да, еще последнюю, есть этот «Позови меня с собой», Пугачев, может, знаете? Ну, знаю, знаю. Спасибо. Не, у тебя хорошо получается. Можно уже прямо на публику как бы это самое. Вот так можно, да? Конечно. Да ладно, у тебя хороший уровень, как бы. Спасибо. Все. И тебе спасибо. Давай. А можешь забрать? Каждый раз, когда иду по этой мостовой, я думаю о нас. Меня Роман зовут. Женя. Женек, слушай, сегодня у меня родился сын, мы с братом приехали в Москву отмечать. Можно он снимет, как я на фоне Москвы вот проходящих людей сыграю на гитаре? На твоей гитаре, можно гитару? Ну, ты не из тех, кто мне сейчас гитару на голову наденет и снимает с ней. Нет, я умею играть хорошо. Клиенты. Не-не-не, он снимает, мы хорошо играем, то есть, ну просто... Прям две минутки. Две минутки, да. У меня таксы, я так гитару никому не даю. 500 рублей. О, 500 рублей. Все, смотри. Отдельно 500 или 100 уже считается? Ладно, все, да, отдельно, да. Смотри, раз, два. Ну, если струны рвешь, бежим в магазин. Все, договорились. Не за эти 500. Не за эти. Все, покупаю струны, если рву, да? Не, все будет ништяк. Братуха, с днем рождения. Точнее, с днем рождения нашего сына. Снимай. Привет моей жене, красавице. Что такое осень-то небо? Плачущее небо под нами. Слышишь? Чего? Ну давай, может, я это сыграю тебе, а ты просто привет передашь. Или ну споем вместе, я хотел. Просто привет передать? Ну, с микрофон скажешь, что, ну, или как. Блин, ну, что плохо? Она... Не очень? Ну, не получается. Блин, я знаешь, как занимался? Подожди. Конечно. Вот у меня есть еще одна песня, я ее больше репетировал. Пожалуйста, можно? Ну, все, давай. Если что, я еще доплачу. Ну, народ сейчас разбежится. Народ, пробует дай вас. Это пройдет пакетом мокрым на голове, с электрометками на руке. Моя Россия сидит в тюрьме, так верь же мне. Это пройдет, какой же черствый нам выпал век. А мне мерещится вдалеке былой России на свет. Так верь же мне, это пройдет. Ребята, хорошего настроения. Кажется, нормально вам зарабатывать все, вообще? Поздравляю, слушай, сын, у меня тоже сын. Спасибо, все, братух, пока. Ребята, вы что за безобразие? Вы посмотрите на этот график. Смотрите, сколько процентов смотрят без подписки на канал людей, имеется в виду. Вот, обязательно подпишись, чтобы смотреть такие крутые видосы. Я стараюсь для вас без перерыва. Надеюсь, вам нравится, и вы можете это оценить подпиской на этот канал. Все, приятного просмотра. Извини, можно чуть-чуть поиграть, порепетировать? Я просто никогда не играл на улице вот так вот. Не играл, в смысле, вообще просто? Или нет, играл, просто на улице никогда не играл. Так, а может быть стоит дома потренироваться? Хочу перед публикой порепетировать, чтобы потом не бояться перед друзьями играть и все такое. Ну, обычно для этого дома тренируют. Можно вот две секунды. Двери? Да.
Слушай, а можешь просто послушать, вообще играю, как нормально, нет? Давай. А ногти ты специально уже на это самое? А не, я просто смотрел эти уроки, что с ногтями легче играть. Да? Классно, классно. Ну ты про это смотри, все продумал, да. Ого, какая у тебя жесткая гитара. Ну, струны, да, такие не... Месте на самом деле еще посидел бы, потренировался бы дома. То есть на улице еще рано выступать? Ну, пока да, наверное. Мне кажется, будет очень странновато. Понятно. То есть побольше как-то, ну, упражнений каких-то поделать, вот. Угу. Вот. Ну, то есть то, что ты с ногтями постарался, это круто. А не просто я где-то читал, что когда ногти, это как будто каждый ноготь как медиатор. Ну, да. То есть да, как будто у тебя четыре медиатора. Может, а у вас быть. Нет? Что, медиатор? Не, ногтей. Ногтей? Не, я играю медиатором, мне как бы... Ногти не нужны. А как перебором играть медиатором? Можно играть и перебором. Это ну, что, так быстро там, надо? Там как-то вот. Так быстро? Можно быстро, можно быстро. О, прям музыка получается целая. Ага, а вот если... Ну, у меня есть одна, это... Добрый день, здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел у вас спросить, вот... Как сейчас это? Песни Высоцкого, он... Поют ли песни Высоцкого? Да. Я думаю, поют, но мы не поем. А, ну, вот я поэтому хотел спросить. Дело в том, что я с ним работал на коре. Вот, не знаю, может быть, вы знаете из «Титаника»? «Титаник»? Да, из фильма. Ну, я смотрел телевизор. Ты знаешь, «Титаник» играть? Да, могу показать. Да? Ну, не знаю, как получится, не получится. Спасибо. Я, короче, все. Нормально? Да. Ребята, спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, просто поставьте лайк, напишите комментарий. И если вдруг это видео наберет 100 тысяч лайков, мы запишем продолжение уже в Питере. И вообще будет интересно посмотреть, есть ли разница между московскими и питерскими музыкантами. Вот, поэтому, если наберется, то Рома приедет ко мне в Питер, и мы запишем вторую часть. Не забывай про подписку, колокольчик, в общем, все эти дела. Не забывай также, что вторая часть продолжения на канале у Ромы «Гитара с нуля». Вот. Все. Дым и над заливом запомни ты меня таким, таким счастливым. О, в легких тает дым, и тем же утром запомни ты меня таким, таким.